Волки – потрясающе красивые животные, они – короли леса. Внешне эти животные очень похожи на собак, но они – опасные хищники. В 2003 году произошла невероятная встреча с черным волком. Фотограф дикой природы Ник Джент с Аляски и его пес-лабрадор повстречали волка. Это была историческая встреча. Ник находился на заднем дворе со своей собакой. Внезапно появился дикий волк. Собака сорвалась с места и побежала к хищному гостю. Ник похолодел, но когда пес приблизился, волк не проявил агрессию, они начали играть. Хозяин собаки сразу сделал несколько кадров. С тех пор волк стал приходить постоянно. Ник постоянно делал невероятные снимки игры этих друзей. Волку даже дали имя, назвали лесного приятеля Ромео. Этот волк стал звездой городка под названием Джуна. Со временем он стал играть с другими собаками. Это была достопримечательность городского парка. Первое время жители города беспокоились, они побаивались волка, переживали за своих животных. Потом все привыкли к лесному красавцу и с удовольствием приводили питомцев для встречи с ним. Ромео стал общаться с людьми, играть с ними, приносить игрушки, словно обычный пес. За эти годы дикий волк, собаки и люди существовали в гармонии рядом друг с другом. Целых 6 лет он был достопримечательностью города. В 2010 году Ромео не стало. Жители города оплакивали смерть верного друга. В память о нем они создали мемориал со специальной табличкой. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.